Digga. Привет, ребята, это я, Терренс. И сегодня я вам скажу еще одну историю. Она называется Angry Birds Epic. Еще одна серия. Потом началось вот с этого. Вот эта дверь к японцам. Свинкам японском. Эй, а где Матильда? Матильда, это... Что? Это я. Просто я потрогала что-то и стала этого. И стала таким. Теперь ты белочка. Ну, в общем, что ты потрогала? Ключ! Какой ключ? Что ты имеешь в виду? Этот! Значит, для этой двери нужен ключ. А я не знал. Спасибо, Матильда. Давай откроем эту дверь. О, нет, это птицы. Ха-ха, яйцо у нас. Даже сама не знаю. Надо спасти Бома сначала. Давай спасем. Подожди. Шапка слезает целый день. Потому что это шапка. Спасибо, Матильда. Не за что. Спасибо, голубой. Не за что. И спасем красного. Ха-ха-ха! А, помоги
Смотрите, я летаю. Давай, спасем Каста. Ты еще кто? Я вообще какой японский. Король японцев? Король японцев? Король японцев? Да, папа, я вам не дам освободить его. Пам-пам, почему ты не делаешь? Я когда попробовал ключ, у меня не было способностей. Что? Что? Мне так больно. Стоп. Да это что? Какой-то элемент. Это, наверное, новый посох. Дождь! Он воскрешает нас. Это надо в портфель мне. Что? Я вас объеду. Вот только у красного. Стоп. А это что? Это перец. А? Это перец. О нет, красный, как там его? Эй, здесь деталь от пропеллера. А здесь деталь от крыла. А здесь деталь от шариков. Я, кажется, понял. Надо это всех вместе. Газ. Два. И три. А теперь что делать? Я знаю. Летающий корабль! Вернись сюда, красного! Нет! Ха-ха! Давай, вернись сюда! Или перец... Ням-ням-ням! Перец... Ням-ням-ням! Ладно, я освобождаю, вот.
Я вас все еще побежду. Костый. Ей, я свободен. Спасибо вам. Нужно что-то найти для тебя. Какой-то посох. Так, я пока посижу в экспериментах.